Dire team pick. Добрый-добрый-добрый вечер всем. И еще раз, дорогие друзья, посмотрите, какой у нас подарок от команды Empire. Расчудесный, распрекрасный, развеликолепнейший подарок. Это Виз плюс Тини. Эти ребята, скорее всего, отправятся на мидлейн. Йогу на Тини уже зарабатывал Beyond Godlike. Это было на открытых квалификациях, конечно же. Но здесь чем вообще не открытая квалификация? Если герои тащат, если герои сильные, если у Тини все хорошо с фармом, какая разница, против кого ты играешь? Big Red Machine? Или Secret, или LGD, или Evil Geniuses. Абсолютно без разницы. Динамику просто набрать, и Виз плюс Тини комба убер крутая. Тем более, если хорошая реализация. А у команды Empire все с руками ровненько. Руки прямые, пальцы быстрые и точные. Поэтому я думаю, что данной комбинацией можно расшатать всю команду Stark от начала до конца. Dark Seer и Tusk в пике команды Stark, Бейн в пике команды Team Empire. И Night Stalker, к сожалению, в бане, но они сами этого захотели, сами забанили. Сложная линия пока вакантна у данного коллектива. Disruptor. Дизраптор в пике команды Stark, чтоб Тини и Висп не очень мягко приземлялись на релокейте, как я понимаю. Если попрет, конечно, Старки могут данную комбацию, комбу загнобить. Плюс очень крутая тема с Глимсом. Одного из прилетевших отправить назад. Ну и Team Empire. Кентавра берут сложную линию для резолюшена. Наш Эйкери играл, теперь поиграет на Кентавре. Бегать будут невероятно быстро. Посмотрим, что там по артефактам будет у Тини. Будет ли первым итемом собираться Аганим? И с серьезным, естественно, итемом. Либо это будет Даггер, а уже потом все дополнительные штуки. Ну, наверное, все-таки через Даггер будет идти Тини. Это крутая тема. Прилететь, прыгнуть, развалить. Рендж Даггера не сбивает тизер, что наиболее приятно. Поэтому сразу после прилета Тини моментально оказывается в файте. А влетать обычно влетается на релокейте не прямо на голову, а влетается куда-нибудь в сторону, чтобы не успел, например, Дизраптор туда статик филд положить, или, например, кинетик бросить, или глимсануть, чтобы этого всего не было. Ну и Тини, я думаю, все-таки через Даггер пойдет. Кентавр в сложную линию. Бейн будет саппортить, а саппортить Бейн будет Сайлента. Но кого возьмут Сайленту, пока что остается загадкой. Вряд ли это будет Кири Кентавр. Слабо себе это верю. Слабо себе это представляю, да и верю в это слабо. Venomancer. Виномансер от Stark GG. Хороший рассказ. Виномансер в роли Керри, как я понимаю. Вот такие дела, как вчера секреты были с Джеки на Виномансере. Так и здесь Виномансер будет керировать. Всех попытается наказать. Нагу Сайрен банит команда Empire. Хватило им вчерашнего рассказа, этого первого матча против Team Secret. Предостаточно. Там Виномансер с Нагой просто замучили Empire. 80 минут шла игра, и в итоге Империя оказалась в роли проигравших. Только потом получилось наказать секретов за такое узкопрофильное мышление. Но в целом непросто было.
15 секунд основного времени у Империи. Ну, что там думать? Надо брать серьезного керри-героя. Серьезного-пресерьезного, который много чего мог бы пережить. Я думаю, Фантом Лансер тут, кстати, неплохо бы зашел. Против Веника с хорошей реакцией Сайлент мог бы развалить. Или, опять же, это Рейскин, которого не банят. И который у Сайлента прям, как говорится, от зубов отлетает. Так здесь вот от пальцев отскакивает очень простенько. И я думаю, он с закрытыми глазами на этом герое мог бы тащить без проблем. Ну и Старк GG, последний герой для них. Мидлейнера я не вижу. Нагу Эмпайр забанили. Кто тут еще на мид мог бы быть? Эмбер Спирит мог бы быть, но не будет. Квапа не в бане. Квапу можно брать. Темпларка не в бане. Да много кто не в бане, но против Тини Квапа скорее всего просто корм. Наверное, Темплар Ассасин здесь лучше. Квапа в пике Тим Эмпайр. И что, Квапа отправится в сложную линию? В руках Резолюшн, а Кентавр будет фармить легкий лайн. Или Тини с Виспом пойдут вообще легкую фармить. Алхимик! Алхимик от команды Stark GG. Виномансер, как я понимаю, отправится на мидлейн. А, Валикс будет играть на Туске. Да, Немфи забирает себе Веника. Буги будет играть на Алхимике. Дизраптор. Это Окси, Валикс на Туске, Трикси. Сложная линия на Дарк Сири. Интересный пик от команды Stark GG. Но вспомните, чем закончился прошлый интересный пик команды Stark GG. Сайлент забирает себе Квапу, будет на ней фармить. Кентавр — это Резолюшн. Алоха Дэнс — это Висп. Бейн — это No Fear. И Тини — это Йоку на центральную линию. Ух, понапикали. Понаехали в мою доту. Молодцы. Prepare for battle. Ну и все, по героям мы разобрались, по лайнам, по-моему, тоже все понятно. Квапа отправляется вниз. Непонятно, в соло, не в соло. Может быть, кстати, No Fear пойдет Бэйну помогать. А Квапа может и в соло линии постоять против кого? Кто тут на сложной? Трикси на ком ты? Трикси на Венике? Трикси на Венике. Трикси поменялся с... Трикси поменялся с кем? Да не с кем. Немфи на Дарк Сири. Немфи отправляется в центральную линию, мне кажется. Черт-те что тут. Понапридумали? Ну, пусть понапридумывали, пусть фармят. Конечно, это понятно, что Тини будет неприятно стоять против Дарк Сира. Ну, не сказать, что прям такая очевидная была комбинация, но Сыр против Милишного Героя стоит хорошо. Правда, Висп на хелпе. Висп должен будет большинство работы выполнять за Тини. Тини вообще ни о чем не должен думать в данном вопросе. Просто стоять и фармить, стоять и фармить. За хп, за количество маны отвечает Висп. Он подает патроны, Тини реализует. No Fear уже на хайграунде. Пока ничего не качали, скорее всего, если будет, то Найтмэр будет вчетвером команда Empire. На топ-руне Silent не смог все-таки забрать нижнюю руну Буги, забирает руну и уходит на центральную линию вместе с Немфи. Я сейчас с ума просто сойду, что вы тут напридумали. Гривелс Грит качает Алхимик, он просто мимо всех отправляется на топ-лейн. Алхимик будет фармить там, это керри-герой, он просто так ерундой заниматься не будет. Ну и Немфи на центральной линии. Уже два Эйншелла. Крипы жгут, Алоха Дэнс хочет с батлой, но крипов Алоха Дэнс руками разбивать не будет. Йоку ману тратить на каждую пачку крипов тоже не сможет. Ну, по крайней мере, сейчас. Дальше, может быть, и сможет, и гляньте, как Йоку печет в темечко. Йоку в итоге недофармливает, на самом деле. Пытается помочь ему Алоха Дэнс, у него это хорошо получается. Йоку на данный момент трех крипов убивает. Но здесь и Немфи. Все с крипами нормально, у него опять два Эйншелла. И опять близко не подойти. Ну и Немфи тем временем фармит. Забирают еще одного крипа. Эйншелл не проблема, очень даже удачно себя чувствует. Йоку пошел за Немфи. Немфи подбрасывает, его надо назад выбрасывать. Алоху Дэнса прямо под тавер. Йоку, что ты творишь? Алоха Дэнс, лоу хпшный, еле убежал оттуда. Не этого хотел Тини, мне почему-то кажется. Надо было выбрасывать назад Дарксира, выбрасывать на крипа куда-нибудь. Это единственное верное решение было. Ну и Йоку дальше на Немфи.
Не хватает. Немножко рейнджа подбросить на эмфи не удалось. Ну тут чуть было не наплужили. Бедная лоха, Илюшенька все звуки там растерял, наверное. Кентавр. От Резолюшена 7 на 1, у Буги 5 на 0. Резолюшен перефармливает Кентавра. Ноуфир получил тут по горбу. Резолюшена не так сильно гнобят, как это делали Empire против Трикси. Ну и фармит Резолюшен. Чем ему еще заниматься? Зачем еще он сюда пришел? Вообще так нестандартный герой для Резолюшена. Как и многие оффлейм герои, нестандартные для Резолюшена. Валькс пока ничего не качал. Сандерстрайк на Бэйна повесили. Бэйн получает. Ну, не очень опасная комба здесь на самом деле. Ну, вкатились, ну, дали Айс Шард, ну, Дизраптор, Сандерстрайк дал и Кинетик Филд. Буги, ну, не сильно. Подстопить, подсловить, в принципе, нечем. Да, дадут микростан, да, поставят Айс Шард, но при этом ходить-то может. И один, и второй. И Резолюшн может подстопить, но Ноуфир может брейнсапом ликвидировать весь дэмэдж, который в него вольется. Ну, и Алхимик долговато будет кастовать тут. Не Свен, это не точечный стан. Моментальный. Ну и Резолюшн Сноуфир хорошая комба. Найт Сталкер, так Кентап. Тоже толстенький, тоже нормальный дэмэдж с руки. Тоже, в принципе, крепкий парень. Ну и как появится даггер, будет достаточно мобильным. Выход на Немфи. Йоку побежал за ним. Спириты бьют по Немфи, но Немфи отсюда в итоге уходит. 8 на 0 у Дарксира, у Йоку в это время 15 на 3. Перефарм присутствует. Тут еще и 4 на 6 у Веспа. И у Веспа реген есть. В батле сейчас все будут очень сильно хпшны. Йоку пытается выкастоваться, пока реген работает. Все, реген окончился, и Алоха Дэнс так снизу пытается продамажить Немфи. По хп проседает здесь немножко Сайлент. Трикси идет через Плагвард. У него Poison Sting, у него Плагвард. И Квапе непросто. Вся эта раскастовка, все эти Scream of Pain на крипов действуют, а вот на сопли, которые ставит здесь Трикси, никоим образом. И тикает Poison Sting. И неприятно от Poison Sting. И медленно бегает Квапа. И все время Сайленту приходится думать о том, как бы не наполучать. Один раз бьет, и уже Сайленту там по 5% хп сжирают эти твари. Бэйн в это время внизу. Очень сильно наполучал по голове. Кентавр стопит Буги. Сейчас будут в Резолюшна разряжаться. Разрядились в Резолюшна. Ему не больно. Ноуфиру побольнее в данном вопросе. Ну и вкатывается в Ноуфира. По-моему, это First Blood. Да, Ноуфир умирает. У Кентавра есть дабл эдж на хуфстомп. Сейчас хватит маны. Немфи, Окси, точнее, не достал. Драться с ним нет смысла. За Сайлента пошла погоня. На хосте Дарксир. У Сайлента нет прыжка. И Сайлент должен здесь умереть в итоге от Немфи. Еще один удар от таверны. Бесполезняк. Абсолютно Немфи выживает. Ну и топ-аут отсюда Старка. Как так прошляпили? Почему Квапа не получила инфу? Это даже немного странно. Йоку тут подставил Сайлента. Или Сайлент сам себя подставил. Получил инфу и остался на месте. Who knows? Who knows? Медальонов Кураж приобретает себе Алхимик. Будут стопить Резолюшена. Это можно сделать. Резолюшна недолгий хуфстомп, и Буги просто так не сбить. Стан. И 5 минут сыграно. По голде команда Empire не проигрывает, а чуть-чуть в плюсике там копейки абсолютные. По экспириенсу та же история. Посмотрите на эти графики. Дураковатые, абсолютно кривые. Резолюшна 18 на 5. Квапа, кстати, в топе по фарму. 32 на 10. Несмотря на смерть, у Сайлента топ крипстат. Хотя здесь же еще и Плагварды. Печальная история. Тини тоже хорошо себя чувствует. 33 на 7. Да вообще три первых крипстата на карте — это команда Empire. Резолюшн здесь с малыми бодается. Вообще его просто оставили в покое. Буги близко не подходит. Ну и у Буги все не очень хорошо. За 6 минут 22 крипа. Алхимик даже с Гривилс Грид не зарабатывает, по сути. Немфи отправился во вражеские леса. Это законно вообще? Ну, наверное. Если за ним до сих пор не выехали, наверное, законно. Йоку с Алоха Дэнсом в это время дамажит плотненько товара. Немфи пошел фармить всех, кого видит. Через Iron Shell ему несложно, у Немфи 1000 голды на руках, даже 1000 с копейками сейчас будет.
Ну и можно на МФ уже подумать о приобретении Аркан Бутсов. Хотя Soul Ring я не вижу. У него нет Soul Ring. Soul Ring нет, но Аркан Бутсы себе покупает. И на хосте полетел курьер. Сейчас хоста закончится. Как же медленно он все будет делать. В это время Кентавр умирает от рук команды Старк. В это время, кстати, разваливает Квапа вместе со своими друзьяками. Троих героев команды Старк. Размен 3 в 1. 872 по золоту, 815 по экспириенсу в пользу Team Empire. Трикси, просто дикая осада. Плагварды повсюду. Сейчас прилетает Резолюшн в ужасе. У него нет пассивки. Плакварды, кстати, себя не дамажит через пассивку. Но Резолюшн без стампида. Трикси мог бы, кстати, резануть сейчас. Еще одни плакварды. Пошел Резолюшн разбираться с вардами. Немножко по золотишку тут поднимает. Сюда бы какого-нибудь хилера, чтобы Кентавру не так больно было. Ну и гляньте на Резолюшена. Он вынужден просто уходить, потому что за ним уже выдвинулись. Дарксир уже сейчас будет бежать на перерез, и Резолюшен сейчас просто приедет. Валикса первого разгоняет. Вкатываются на Резолюшена. Стампит юзает Резолюшена. Айшардом его в итоге выталкивает. И Резолюшен очень удачно здесь выживает. Просто чудо какое-то с Резолюшеном случилось. В это время замес на топ-лейне. Но Фир идет у нас под Acid Spray'ем. Стяжка не получилась у Немфи, потому что ее нет как таковой. Но здесь уже Йоку, здесь уже Алоха Дэнс вместе с Йоку. Немфи кирпичами просто с горы. Обвал. Обвал, насыпь. Сели какие-то горные, засыпали сверху бедняжку Немфи. Минус один от команды Empire. Ну и надо валить отсюда на Уфиру, он это прекрасно понимает. Не хуже меня, Фир отсюда удаляется. У Тини уже есть Power Threads, у Тини есть Брасер. Как поживает Квапа? У Квапы есть ПТ, ну, Талисман, Боттл, Квапа лучше, чем Тини. Нет, не лучше, не лучше. Трикси на третьем месте на Веномансере, у него 1200 на руках. ПТшка сейчас появится и... Ну что, ждем Аквилу, скорее всего, какую-нибудь. Или, может, это будет ранний Аганим. Йоку 1300 на руках. Наверное, все-таки Даггер. Иначе Point Booster уже бы покупал себе Йоку. Ну как там Алхимик? На первом месте по фарму Алхимик. Вот как Алхимик. 200 на руках. Тоже, кстати, может Даггер приобретать Алхимик, мне кажется. Раз ничего не покупает, раз у тебя 2000 на руках, и ты ничего не покупаешь, ты собака фармишь на Даггер. 100%. Или это будет ранний Радианс. Тоже может быть на самом деле. Ждем. Как будет 2250, станет ясно. Покупает себе свиток портала. Не хочу, говорит Даггер. Ну, мы прекрасно знаем, что Алхимик здорово фармит. Как герой он создан для того, чтобы быть невероятно богатым. Как Фурион практически. На Даггер у него уже есть. Так, Тини в это время у нас убивает Туска. Все это на магазине команды Старк, команды Empire. Что ты здесь делал, спрашивается? Куда тебя занесло? Квапу, бедняжку, загнали в кусты. Плагварды не видят Сайлента, а этот Плагвард видит Сайлента. И через 3 секунды аж будет блинк. А, кстати, Трикси можно и развалить, но здесь есть Немфи. Сайленту надо бежать. Он делает блинкаут отсюда. Дальше, дальше, дальше. Немфи. Стяжка есть, можно деревья развалить. Да, деревья разваливаются, они это ловят. Sonic Wave перед смертью, если вообще будет, кстати, Sonic Wave. Ульта пошла, ну и здесь Silent по-любому умирает. Хотя юзает здесь еще и Magic Wand, но на нем слишком много всяких соплей. Денает его Алоха Дэнс. Алоха Дэнс мой кумир. Новый вообще, с новой стороны для себя открываю данного героя. Потрясающе круто играет Илюшенька. С этими звуками как сложилось у него, так и валит. Ух, Empire. Ноль по голде, хотя выигрывали... Да сколько? 600 выигрывали? Вообще ничего не выигрывали. Гармошка какая-то нарисована в разрезе. И по экспириенсу в плюсе Empire 500. Йоку качает себе Гроу. У Йоку Тос промакшен. Гроу теперь есть. Тос теперь бьет по многу. По 300 аж. Как и бил до того.
Ну, Йоку хорошо фармит. 72 на 17 за 11,5 минут. Хороший крипстарт на самом деле. При том, что он милишник, при том, что он стоял против Дарксира. Это на самом деле показатель. Буги 3-220 на руках. И что это могло бы быть еще, кроме как Радианса? Буги проюзал ульту, ноу фир, поздноватенько. Алоха Дэнс врывается сюда. По-моему, Тини глимсанули назад. Если не ошибаюсь, да, так и случилось. Тини, до свидания. Драка без него, ловят Сайлента. Ну и вот они, грабли, на которые Empire могли наступить, и они наступили на них. Ну и Сайлент очень долго здесь кулдаун на блинке. Стяжка пошла по Сайленту, он под медальоном, он еще и на стенку наступает. Развалили бы. В итоге размен 2 в 1, умер Висп. Здесь еще, кстати, Немфи что-то наполучал от кого-то. Непонятно от кого. Ну и в итоге размен 2 в 1. Все это в пользу команды Старк. Они тут, я думаю, где-то полтыщенки должны были поднять. Это печальная история, когда одного из прилетевших отправляют назад, глинцуют. Йоку бежит, у Йоку нет маны. Алоха Дэнс, ну сделай ты что-нибудь. Подрегень другу ману. Алоха, ты ж на тизере. Странно, очень Немфи лоу хпшный уходит в... домой. Ну и Трикси тоже у себя под фонтаном. Счет 6-5. Готовится выход на Алхимика. Chemical Rage закончится, я думаю, секунд через 10, но выйти друг на друга команды не смогут. У Йоку есть Point Booster, есть у него Drum of Endurance, нет у него Даггера, и, видимо, планов таких у Йоку тоже не имеется. Но Йоку побежал вверх, на Окси. Йоку носится, как угорелый просто. Ну и сразу же врывается на буги, прилетает сюда Йоку. Правда, Кентавр сам это сделал вместе с Бэйном. Ничего Йоку даже юзать не пришлось. Ну, получил экспу свою Йоку, получил денежку небольшую. Резолюшн в это время покупает Даггер. Счет 7-5, 14 минут сыграно. Золото Empire, Experience Empire менее чем 250. То и второе. Игра очень-очень-очень-очень, еще 8 раз очень, а потом 4 раза очень ровная на самом деле. Даже несмотря на небольшое преимущество команды Empire по киллам. Но здесь есть Sacred Relic у Алхимика. Нифига нет, но Sacred Relic есть. Игривлс Грид, подбакшенный и к появлению Радианса, будет фуловым. Резолюшена подбросили, резолюшен на Стампире, попали в итоге по нему. Один раз по инстингам зацепили, и ульта, по-моему, тоже на нем висит, да, или мне так кажется. Резолюшен, скорее всего, здесь дотикивает, хотя нет, не дотикивает, это ульта. Резолюшен живет, у него были стики, он стики провязал, резолюшен выживает. Ну и там, посмотрите на команду Empire, просто посмотрите. Сюда, 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 все лоу хпшные, два фрага сделали. При этом все лоу хпшные, но никто не умер. Алоха Дэнс первый отправляется в таверну, на Триксе падает крип. С чего бы это спрашивается? Конечно же, потому что Йоку его запустил. Трипл килл от Йоку. 2000 он зарабатывает практически в этом файте. Ну, если не все две, то большинство от этого он заработал в данном файте. Ну и Йоку остается всего лишь 900 голды до того, чтобы взять палку в руки. И они на самом деле могут сравниться. Алхимик с Радиансом классно фармит, много денег зарабатывает. И Тини с бревном в руках тоже классно фармит и очень много денег зарабатывает. Не меньше, чем Алхимик. И Алхимик в Chemical Rage имеет потрясающий хп-реген. Так, в это время убили Квапу. Немфи, куда ты, родной, прибежал? Брейнсап по нему, ну и разрезал резолюшн. Обидчика Квапы. Бедного Сайлента. Потрепали, как хотели. 2-4 счет. Так вот, закончу свою самую долгую и растянутую во временном промежутке мысль. Йоку точно так же, как и Алхимик. Потрясающий фармит и по хп регену тут можно их реально сравнить. В Chemical Rage здесь потрясающий реген здоровья. А здесь есть аптечка или фонтан, который все время ходит рядом. В виде Алоха Дэнса тоже потрясающий реген хп у Йоку. Если Алоха Дэнс захочет, тут и по 100, и по 200 будет хп реген у Йоку в секунду. Не проблема совершенно. Золото. 2,5 империя. Experience 3000 империя. Ну и вышли пушить Т1 по топ-лейну. Валить отсюда надо. Вот он уже выдвинулся десант.
Группа пошла из игроков. Команде Empire надо отсюда уходить, иначе подстрянут. Айшардом не достает Палоха Дэнсу, по Йоку тем более. У Йоку 150 монет, даже меньше, чем 150 монет до покупки... до покупки заветного бревна в руки. Трикси ловят. Финсгрип от Ноуфира. Трикси засыпали. Бэйн забирает этот фраг. И все. По идее, Аганим уже должен лететь Тинику. Деньги на него есть. Полетел Аганим к Йоку. Максим теперь с палкой. Максим взял в руки палку и стал мейнкерри. Сноубол тут накатывается, накатывается, но слишком долго. Куда в Алекс влетел, вообще пес его пойми. Просто ворвался в толпу разъяренных, странноватых ребят. Бревно в руках камня. Летающий шар с маленькими шарами вокруг него. Фиолетовый, не пойми кто. Короче, ну жесть. Хотя, о чем вообще говорить? Туск. Не то морж, не то медведь, не то енот. Мне еще мама спрашивает: Дима, а что ты, бабушка спрашивает, что ты комментируешь, чем ты занимаешься? Бабушка, там морж, шар, бревно в руках камня. Они все дерутся за это, друг другу платят деньги, опыт получают. И потом за все это дают 5 миллионов долларов. Йоку у нас в итоге очень сильно битый. Йоку отравили как только могли, но Фир будет стараться заденать, как я понимаю, Йоку. Ставит плагвард. Йоку лоу-хпшный, Йоку в итоге погибает. Три игрока Empire сразу отъехали. Но Фир тоже, если здесь умирает, но это потрясающий буст по фарму будет команде Старк. Но Фир не знает, куда себя деть. Да никуда, но Фир здесь погиб. Радианс есть у Алхимика. Четыре игрока команды Empire отправляются в таверну. 3200 по голде, 4500 по экспириенсу. И в целом дела команды Старк пошли вверх. Проигрывали они 4,5 по золоту, 5 с копейками по экспириенсу. Да, умирает Алхимик. Да, это неприятно. У мейнкерри 4 смерти. Но Алхимик, как и Тини, если выфармливает Клейте тьму-тьмущую артефактов, плевать абсолютно, как он себя чувствовал в начале игры. С Радиансом Алхимик выфармливает кучу артефактов. Сложно не выфармить. Если только вы не играете в составе Hellraisers, и у вас один не ливнул недавно. Вот-вот. По непонятным причинам. Ну и Тини тоже фармит здорово. По нетворсу первое место Йоку 8900. На втором месте Алхимик. У него 8000. Ну и Трикси на Веномансере на третьей позиции 7200. Дальше идет Квапа от Сайлента 6500. Квапа немножко отстает. 4 смерти дают о себе знать. Веномансер умирал только 2 раза. Так, ну и что? В итоге Валикс забирает здесь виспа. Минус один пока что. Команда Empire просто в рассыпную. Глимсуют назад бедного Бэйна. Ульта пошла у нас от Сайлента. Сайлент оторванный в центр толпы. Всех хорошо продамажили. Убили только Дизраптора. Йоку подбрасывает здесь еще и Трикси. Ульта пошла от Трикси. Кто же будет Йоку хилить? Где висп? Как сложно без виспа здесь Йоку. Йоку будет пытаться делать тп-аут. Резолюшн должен подстопить хотя бы кого-то. Йоку улетает, и Йоку, по-моему, выживает. Да, Йоку здесь выживает, но четверых героев сожрали игроки команды Старк. 19-15. Это все плохо может закончиться для команды Empire. Алхимик не умер. У Алхимика появляются денежка, у Алхимика появляются артефакты. У Алхимика все хорошо, 11 левел у него. 12 у Тини, отставание не такое уж и большое у Алхимика. По итогу этого файта 1000 голды подняли игроки команды Stark и 2800 experience. Я при любом, конечно, раскладе ставлю на связку Тини плюс Висп. Они за сплит пушат, это несложно делается. Они на крысу смогут сыграть, это тоже совсем несложно. Релокейт чудесный из всех вообще неприятных мест, куда тут залезет Йоку, его... Алоха Дэнс вытащить сможет. Ну и полетели вниз. Алоха Дэнс прилетает прямо в кинетик филд к статик шторм. Это та ловушка, о которой я говорил, которая может быть. Топ-дизраптора убивают. Сайлент барахтается здесь с Валиксом, отходит назад.
И забирают Тиника. Надо Сайленту отсюда уходить. Бэйн в это время получает от Зена и получает от Нэнфи. Размен один в один на разных частях карты. Разменялись саппортами. Стенка есть у Дарксира. Стяжки, правда, нет, но стена имеется. Ох и Рубилова. В ноль графики. В чистейший ноль. 22 минуты. Хочу смотреть вещи. Хочу смеяться 5 минут. Дизраптор без артефактов. Туск в это время вкатывается на Йоку. Айшард. Еще один неудачный Айшард. Но тут Немфи помог своему товарищу. Стенку будет ли ставить Немфи. Глимсует назад Веспа. И Йоку остается один в абсолютной печали. Здесь выбрасывает он Немфи. Старается драться с Сигилом. Но тут по шансам. Сигилу-то Йоку наваляет. Хотя нет, Сигил еще летает, а Лохаденс его забирает. Ну и на Немфи пошла ульта от Ноуфира. Сбить-то ульту нечем, практически полностью ее вкастовал Ноуфир. Отправляет себя в сон, ну спасайте, товарища, друзья. Это же как-то не по-христиански. Что происходит вообще? А Лохаденс в итоге выходит у нас из кинетик филда. Йоку засыпает всех, ульта пошла от Сайлента. Охренеть просто, вот это раскастовка от Сайлента. Немфи лоу хпшный, Немфи отправляется в таверну, минус 5, и это... Ультра-килл от Сайлента. Вот что значит не пасовать. Просто развернулся, наорал Sonic Wave-ом, наорал Scream of Pain, там Йоку кирпичами подсыпал. Разорвали в хламину абсолютно своих соперников. Команда Stark выигрывает эту драку 5 в 0. Ой, команда Stark, команда Empire, конечно же. 2700 золота, 5700 experience, Йоку с денежками. Сайлент довольный, улыбается, сидит, радуется, говорит, тащи, тащи. Ну, я думаю, я бы именно так себя вел. Фух, 24 минуты сыграно, у нас уже 25-17, счет на данный момент. Резолюшн. С Даггером, Резолюшн с Пайпом, Резолюшн с Транквилбутсами, Квапа. 2000 на руках после приобретения Point Booster. Скоро появится Аганим Копейки, там Юл тоже есть. У Алоха Дэнс почти готов Глиммер Кейп. Имеется Power Threads. Есть Urn of Shadows. Стакнут, стакнут, не стакнут, стакнут, не стакнут, не стакнут. Йоку покупает себе Хиперстоун. У него есть Chainmail и рецепт на Кирасу. И остается еще немного нафармить. Немного, это 400 голды до покупки Plate Mail'а. Кентавра мы видели. Кентавр, кстати, будет Аганим себе собирать. Резолюшн будет, позволит всем бегать по горам, по долам. По клифам, да без проблем абсолютно. Тут у нас толпа баратрумов будет, только управляемых. Дизраптор без ничего, Окси на бомжах. Туск тоже, в принципе, на бомжах. Кентавр, кентавр, кентавр кого-то убил. Кентавр убил Немфи. Тут всей толпой убили. Йоку ворвался вместе с Веспом. Дайте я вещи посмотрю, ребят. Дизраптор поймал Алоха Дэнса, возвращается в соло Висп. Тини сюда вернуться не мог, Тини только сейчас прилетает. Где Висп? Нет Виспа. Опоздал ты. И на убийство Веспа, и похорон таковых не было. Алхимик. Радианс есть. Огр Клаб. Пойнт Бустер. И что? Алхимик соберет Аганим. Для кого? Для чего? Мы собираем Аганим. Для кого вообще? Для чего? Наверное, вот этого парня, как я понимаю. Или он себе его оставит плюс 20 ко всем... Он держится за голову, когда кастует. Он в шоке просто. Буги просто в шоке. Ну, здесь замес у нас на нижнем лайне. Забрали Алоха Дэнса. Йоку начинает бить Валикса. Еще два удара. Валикс рассыпался. Стяжка пошла. Йоку ловит стан. Буги в это время тоже у нас застанился об Йоку. Подбрасывает Немфи. Немфи лоу хпшный. Резолюшн его разрезает. Буги засыпали. Буги, несмотря на свой чокнутый реген, очень сильно проседает. Алоха Дэнс пытается подстопить Буги. Тос ему на голову. Трипл килл от Йоку. И пошли бревном наваливать по товарам. Не вывозит просто Алхимик. С этим Аганимом не просто. Алхимику очень непросто. Да, у него хорошо тут все. Плюс 10 ко всем атрибутам. Еще что-то. А я, кстати, не знаю. Ребята, напишите, пожалуйста, в чат. Алхимик плюс 20 ко всем спыла, ко всем характеристикам имеет, когда съедает Аганим. Юзает на себя его или в принципе, когда он у него лежит в стэше. Резолюшн в это время прыгает на Трикси, ничего делать не стал. Стом был в откате, дабл эдж юзать тоже не стал. Как-то постоял рядом и ушел. Глимсует назад Йоку, он все вкастовал. И, кстати, огромный плюс для него, потому что Айшардом могли бы и закрыть Йоку.
2600 после Керасы. Ух! Я вообще завтра разговаривать не буду после таких матчей. И уже с голосом, я смотрю, беда началась. Empire 11 тысяч золота, 14 тысяч экспириенс. Dire's top tower is under attack. Тридцать на 18, 27 минут мы сыграли. Йоку пытался насыпать по Трикси, в итоге не достает. Полетела колба Волоха Дэнса, глимсует назад у нас Виспа. Виспа, по идее, здесь и оставит. Ну, здесь в статик Сторме Висп, конечно, не выходит. Кинетик Филд, Айс Шард, все это позакрывало его. Окси в итоге отваливается, размен один в один. По одному саппорту Сайлент упрыгивает прямиком в кусты. Никуда Сайленту отсюда не деться. Соник Вейв перед смертью, Юл тоже в откате. Короче говоря, Сайлент в беде здесь полнейший. В итоге Сайлент уходит, но на нем висит урна. Сайлент погибает. Размен 2 в 1. И это Unstoppable Streak, который Виномансер забирает. 1067 по голде зарабатывает в данном муве веник. Алхимик бегает с Аганимом. Бегал. Проюзал на веник. Ну, потому что Алхимику несложно этот Аганим собрать. Он реально вывозит очень много денег. Очень много. И он может себе позволить тратить их на своих товарищей. Веник не мог бы раскошелиться на Аганим. И на Триксе сейчас огромнейший упор, я смотрю, у команды Старк. Они стараются все, что можно, пока Веника вложить, чтобы Веник команду Empire на колени в файте ставил одной кнопкой. И на самом деле так и будет. Veil of Discord у него имеется, Аганим у него есть. Слоты не занимает, дамаги Триксе наносит огромнейшее количество. В это время Немфи разбирают. Куда залез вообще? Очень далеко, очень. Radiant's top tower is under attack. Дима, помаши рукой маме. Ребята, если вы эту рекламу смотрели когда-то, то вы такие же старые, как и я. Это я бы скрывал на самом деле знание этой рекламы. А что Кенту Аганим дает, спрашивает в чате. Сейчас скажу. Стампит с Аганимом позволяет всей команде носиться независимо от рельефа местности совершенно. Через клифы, то есть вот так. Как Баратрум бегает, так бегают абсолютно все, но при этом ты контролишь всю эту ерунду. Как летает в Firefly Batrider, как там в Arctic Burn летает Виверна. Ну и просто разваливает всех Йоку. Два удара бревном по голове, минус два человека. Валикс лоу хэпэшный. Прячется Валикс сноубол и просто решает, на кого? Ты, я. Стоят и большие пальцы вверх поднимают игроки команды Empire. На тебя, на меня, на тебя. В итоге непонятно, куда приехал Валикс. Сам факт, что под фонтан он по-любому попал. Хотя целился, ну, совсем не туда, согласитесь. 36-20, 30 минут прошло. Команда Империя 14 тысяч по голде. 17 тысяч по экспириенсу и сейчас экспириенсу. Экспириенсу, конечно же. И заходят на хайграунд. Нет четверых героев. Трикси с Аганимом разультился. Трикси поднимает в Юл сам себя. Трикси будут пытаться ловить финсгрип по нему. Трикси убьют. А кто еще будет наваливать дэмэдж? Да, работает здесь Poison Nova. Но она снесет половину хп. Дамаги толком не наносят. Виспа, правда, здесь убила. Веник Виспа прикончил. Но там Висп сам по себе дохленький был еще изначально. Йоку остается здесь. Йоку ничего не боится совершенно. Валерс Панч пошел по Йоку. 2800 у него хп. Кираса есть. Барабаны есть. Всего нормально. Дефа много. Хп много. Скоро появится Висп. Виспа, по-моему, есть байбек, если я не ошибаюсь. Да, у Виспа есть байбек. Если что, к Йоку, я думаю, прилетит очень быстро. Резолюшена вместе с Йоку стягивают. БКБ пошел от Йоку. Ульта от Сайлента. Ой, как же больно приземляться толстому алхимику. Опять падает, опять позвоночник рассыпался по всей карте. Даже не задержалось ни одного позвонка, ну, бахается невероятно сильно. Алхимик, ну, вроде мощный герой, вроде жесткий керри, вроде потрясающее количество денег у него. Может капать, капать и капать, даже не надо для этого ничего делать. Достаточно ранний радианс был у него. И все, и тем не менее он не боец.
Вот нет у него этого количества хп, нет того количества дефа, ему нужна кираса, ему нужна тараска. А хорошему керри, герою, лейт герою под тарасуку и под кирасу тратить слот, это, согласитесь, перебор. Он не нужен антимагу, не нужна там никакая кираса. Никакая кираса не нужна Вайду, Фантом Лансеру, просто не требуется. Там Фантом Ассасин тоже она не нужна, а алхимику нужна. Потому что бьет слабо, бьет медленно, хп тоже необходимо. И антимагу, согласитесь, совсем не обязательно. Ну, я просто сравниваю лейт героев. Совсем гирокоптеру, совсем не обязательно собирать тараску. А этому парню надо, даже несмотря на то, что он силовик. Но он силовик, 32-я минута, у него 1500 хп. Это один рассказ Тини и один дабл-эдж от Кентавра. Это реально не герой. Сейчас я понимаю, я, ребята, задницу рвал вообще за алхимика. Один из моих любимейших героев первой доты кричал: да как же, да лучший керри-герой, да вообще равных ему нет. Ничего подобного. Тини просто идет и просто бьет бревном. Даже выдумывать ничего не надо. Палкой по голове. Взял кирпич, кирпич, взял бревно и бьет всю команду. Полный стак этих зверей. Тут, кстати, и людей нет среди команды Старк. Ни одного даже близко похожего на человека. То ли дело Висп. Ладно, Империя выигрывает второй матч. Счет становится 2-0. Empire вытаскивает 3 поинта из этого противостояния. За 32 минуты разобрали по запчастям своих оппонентов. Больше, чем в два раза переубивали. 44-21. Ну и смотрим на ГПМ из 736 у Йоку. 16-1 счет. 10-6 у Queen of Pain на Сайленте. У Сайлента, точнее, на Queen of Pain. И резолюшн меня интересует. 9-3 резолюшн. 20 ассистов. Классно. Империя реально тут оказалась на голову сильнее своих оппонентов. Вроде где-то пытались, старались немножко подфидить. Ну, пробовали, пробовали, не пошло. Не получилось, пришлось выигрывать. Поздравляем команду Империя. Всех, кто за них болел. И я тоже за них болел. Поздравляем нас с хорошим окончанием этого дня. Начало было не очень. Серединка вообще мне не понравилась. А вот конец достаточно неплохой. Так что все хорошо, что хорошо оканчивается. Сегодня суббота, 10 октября, заканчивается у нас с хорошим настроением. Я вам желаю хорошего настроения на завтра. Завтра последний матч команды Empire против коллектива... против коллектива Liquid. Team Liquid. Новый составчик. Все, друзья. Тогда до связи. Подписывайтесь на наш канал. Заходите в группу ВКонтакте. Жду вас с нетерпением. Добавляйтесь в друзья на Дмитрия Друга. Пишите письма. Высылайте деньги, буду рад любому участию в активному участию в жизни нашей новой молодой студии. Напомню еще раз, это была студия Игрокам ТВ при поддержке Team Empire. С вами был Друг. Пока что меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся.